Всех с добрым утром, дорогие друзья, вы на канале Саша, Таня, Лайф. Вот он наш Лайф сегодня, мы завтракаем. Вообще, честно говоря, уже обед, но я только что приехал с работы. Как приехал? Пришел. Приполз даже, можно сказать, наверное, с работы. В общем, у меня так получилось, что у меня сел аккумулятор в скутере. Я же сейчас прохожу тест, я не знаю, насколько хватает у него аккумулятора, и вот я решил до последнего его оттянуть. Оттянул. Отъехал немножко от тренировки, после работы я поехал на тренировку. С тренировки проехал, наверное, вот с километр, и у меня сдох скутер. Все остальное расстояние я его тащил пешком. Это было что-то, конечно. Ну, благополучно добрался домой, все в порядке. Слышите, там гудит? Это заряжается аккумулятор. Заряжается довольно громко, да. Вот так вот. На самом деле такой же опыт у меня был и с первым скутером, когда я пытался протестировать его на максимум, сколько он может протянуть. И так же самое я его тянул когда-то домой. Ну, это, наверное, неизбежно. Хотя аккумулятор, зарядник у меня был в бардачке, но я просто не нашел, где его подзарядить. Ну, конечно, можно было в кафе где-нибудь попробовать посидеть. Ладно, мы завтракаем. Или обедаем. Вот у нас... Я тоже завтракаю. Я со вчерашнего дня снова считаю калории. Вот здесь у меня 500 чем-то калорий. Там точно. У тебя волосы как седые. Да? Тоже подумала, что-то переборщили с оттенком, да? Но они смоются скоро. Реально. Короче, знаешь, какой мне цвет делали? Я просто слышала, когда не хватило, она говорит там ее по имени. Сделай мне, пожалуйста, еще краски. А на какую? 3% там чего-то. И пополам было серебро и айсен, железо. Угу. Ну вот серебро, наверное, сдает седину. На завтрак у нас сегодня рыбка красная. Вчерашняя. Красная вчерашняя рыбка, яички, помидорки и какой-то сыр буффало, Таня сказала. Моцарелла. А, моцарелла? Я люблю его очень, да. Как-то так. Всем приятного. Приятного. Тимуня кушает мороженое и делает уроки. Супер методик. Добровольно. Это не домашнее задание, это добровольное задание, да, Тимурка? Да. А я почти переутюжила всю гору, которую собиралась. Осталась маленькая пимпусечка. Вот, скоро закончу. Просто мне сейчас надо кушать готовить. Кися тут лежит, скучает. У нас, короче, все, только Артемки еще нет. Артемка долго добирается со школы. Да, Кисюндрик. На. Посмотрите, да, на наш красивый диван. Вот я специально стараюсь уже этот угол вам не показывать, потому что жуть да позорище. Ужас. И вот эти вот черные крошки, вот такие вот, они разносятся просто по всей квартире. Их нужно постоянно пылесосить. Милана, я все вижу. Да, они упали мимо. У Миланы упало мороженое. Потому что за столом нужно кушать, Милана. В общем, я обжариваю тем временем уже лук да морковку. Сейчас достанем фаршик. А, кстати, чаек себе сделала, сейчас попью ромашечку. Уже, наверное, остыл, надо чуть-чуть добавить тепленькой. Так, где мой фаршик? Фаршик. И, кстати, в этот раз буду добавлять не обычные сливки, как всегда добавляю, а вот такие, ну, типа, более диетически получится. Не знаю, как на вкус, проверим. У меня вот прям две бутылочки есть, одна начатая. Это начатая, Милан. Вкусно. И надо поставить гречку вариться. Ты будешь с гречкой, Милан, подливу или с макарошками? У нас просто макарошки еще есть отварные со вчерашнего. Другое. Как другое? Не гречку и не макарошки? Нет, нам гречку. Гречку. Так. Тут у меня посуда помытая. Все еще мою ручками. Надо разложить. Видите, все делаю постепенно. Одно, другое, третье, пятое, десятое. Ой. Так, компот давно готов. Блин, как пахнет вкусно. Надо, короче, мне перелить. Есть у меня вот такая кружка из Икеи. Больше ничего такого, наверное, подходящего и нет. И процедить. У меня, короче, дети любят, когда в компоте ничего не плавает. Сейчас я вам покажу еще кое-что. А, кстати, я закончила, как и обещала. Посмотрите, посмотрите на эту чудную... Свет включу.
композицию, посмотрите, чудную. Милана в планшете, Тимур в компьютере, и Артём играет новый сезон Fortnite. Ну вот у нас тикает время. Не то хотела показать. Хотела показать, вот, видите, как и обещала. Все, выбросила, что там в углу было. Короче, наверное, вот такую полную коробку еще барахла всякого выбросила. И все разложила. Правда, она такая, блин, вообще нестабильная, вся шатается. Короче, что у меня здесь? Здесь у меня косметика, которая не востребована частенько. Ну и половина из ней вообще, в принципе, мне не надо. Надо выбросить, просто жалко. Некоторая прям совсем почти не пользованная, либо даже не пользованная. Надо что-то там, ладно, не буду открывать. В общем, что-то надо там поделиться, может, с мамами. Там у меня спонжики, Мило, золото, бриллианты. Ну нет, всякая бижутерия. В общем-то, нашла еще масок каких-то, пока перебирала. Это те новые, что я покупала еще, кстати, не пробовала. Вот эту еще нашла. Короче, и еще целую кучу всяких разных. Что еще? Свет включи, вот что. А, да, вам было плохо видно? Нашла, кстати, смотрите. Саша привозил с Египта. Блин, сколько? 3-4 года назад? Давай, по-моему, что одна рука есть. Ну, ты показывай, я рассказываю. В общем, это масло. Почитай, кого? Тутанхамона. Нет, это этот, как вы, или сандал, или нет? Жожоба. Жожоба, да. Масло жожоба. Оно имеет срок годности? Может, оно уже все? Давай помажусь. Ну пахнет, не трогай. А там где-то было с феромонами. С феромонами уже все нету больше. И еще было где-то масло, одна бутылочка. Короче, здесь вот так у меня. Здесь, а вот еще у меня масло есть. Это секрет Сибири, чего? А где этот была у нас еще сандал? Что это такое? Чуть не пользуешься. Что за секрет Сибири? Или не Сибири? В общем, какой-то секрет, и там дальше размыто. А что, Сибири, вряд ли, да? В общем, это косметичка, с которой я езжу, когда куда-нибудь езжу. Здесь у меня еще запасные зубные щетки новые и чехлы для них. И, кстати, зубная паста египетская тоже у меня еще здесь. Показывала я вам хорошую зубную пасту из Египта, которую стоит купить, если едешь в Египет, короче. Блин, Саша, ассистент. А, вот она. Депурдент. Мы уже показывали, по-моему. А, уже показывали? Ну, в общем, повторение мать учения. Так, здесь надо закрыть. Ну и, в принципе, вот здесь у меня что? Все фены, расчесочки какие-то. Депилятор электрический нашла. И Саша сюда предложила положить свою электронную электрическую бритву. Саша, посмотри, ну. Порнография какая-то. Нормально. Это лучше то, что было. Ну, лучше, чем то, что было, да. Это факт. В общем, теперь у меня цель какая? Надо будет на днях вот здесь вот еще все расхламить, перебрать, потому что здесь тоже... Алло. Трындец у нас творится, да, Буся? У меня все в порядке. Ну, как в порядке? Кстати, да, вот нашла такой вот... Помазок называется. Помазок Сашин сегодня. Там у него и щипчики, и ножнички, и масло что-то смазывать. Машинку. Машинку смазывать. Это все сегодняшние находки. И машинку мы нашли. И... А что ты не положил, куда я тебя попросила? Куда ты попросила? Вон. Вот сюда я попросила ее положить. Зарядку надо найти. В общем-то, да. Все, закрывай. Хватит. А теперь мы что делаем? Идем на собрание. Собираемся на собрание, как и обещали. Саша в один класс, я в другой. Может, поменяемся классами, Саша? Да, я останусь здесь, в кровати. Нет, давай ты пойдешь к Милане, к Тимуру. А что ты ржешь? Ты понимаешь, что мне надо спать ложиться? А там 2 часа будет. Ну что ты смеешься? Это не смешно. Просто мне приятнее тоже в Миланином классе. Ну да ладно. Короче, все, собираемся. Ты прихорашиваешься. Ну, гелью, да? Я же все-таки к учительнице иду. Ну, да. Учительница Миланы молодая. Да. Ладно, я тоже пошла собираться. Лично духариться надо. Не сильно не духариться, но все, кто не духарится, дышать в классе нечем будет. О-о-о. Я готов.
Ты готов? Может, штаны переоденешь? Ну, ладно. Все, мы с Таней готовы идти на собрание. Вот так вот мы солидно оделись. Ручку взял, да? Ручка, листик найду. Я взял тетрадку, взял авторучку. Маску взял? Маска в кармане. Все, мы погнали на собрание. Блин, хоть бы оно было недолго. Тебе, может, и повезет, мне точно нет. Сейчас еще подойдут девушки здесь, соседки. С нами пойдут вместе на собрание. Договорились встретиться здесь у гаража. Пока их нет, я расскажу вам в двух словах, почему я сегодня все-таки тащил скутер назад пешком. У меня была зарядка, да, я, по-моему, об этом сказал. У меня была зарядка в кофре заднем. Я сегодня ночью приехал на работу, втыкаю зарядку в розетку. Короче, чтобы зарядить его, чтобы утром он был полный на работе. И вышибает пробки. Никого в этот момент на работе не было, вышибло пробки. Но я, в общем, сложил зарядку назад в багажник и решил, что ну ладно, что-то не срослось. Думаю, ну, может быть, доеду назад и так. А в итоге не доехал. Вот. Теперь я даже не знаю, возить ее дальше с собой или всегда заряжать дома. В общем, этот вопрос буду как-то решать. Либо купить еще одну зарядку. Вот как быть? Сколько стоит еще одна? Я не знаю, смотри. Недешево. Недешево. Но я знаю, что аккумулятор стоит больше, чем 600 евро. 650 или 670 евро. Прикинь, аккумулятор только. Может, ты свой старый скутер на запчасти продай? Может, да. Аккумулятор, колесо, чего? Да. Может, выгоднее будет? Может. Потому что, я думаю, мало кто так продает, а люди, если ищут, попробуй. Слушай, ну где твои девочки? Не знаю. Мы опоздаем. Да нет, нормально. Можешь позвонить? Какая ты седая у меня, боже мой. Прям белая. Саша. Могу позвонить. Мне кажется, слишком много. Что? Слишком светло. Пока было, в прошлый раз было лучше. Сейчас, мне кажется, слишком. Да? Оттенок, может, просто не самый удачный. Или много. Или много. Unterschreiben und auch noch die Älteren, wenn das, also dass da auch die Eltern helfen können, wenn das doch alles wieder anders passiert, dann kommt einfach auf die zu. В общем, все, собрание закончилось. Я уже отстрелялся, полтора часа, а вот там сидит Таня, и, по-моему, они еще будут долго. Короче, все, я пошел домой. Вся информация здесь. Завтра с Таней все это сверим, обсудим. Ну а вам пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся завтра.